То тепло, что вложило в меня, говорю я, единственной самой, разгорается день ото дня. Моя добрая, милая мама.
самый русский из всех городов. Называют его Белокаменным, побережье из белых домов. И народ проживает здесь пламенный. Мы истории верность храним, чтим обычаи, помним традиции. Он как флагман, ни с чем не сравним. Никогда не сдадим мы позиции. Конечно, вы знаете Сергея Курочкина немало, но я хочу еще раз подчеркнуть его особые человеческие качества. Дело в том, что путь, который Сергей прошел до сегодняшнего дня, далеко не каждый человек способен пройти такой путь. Начинал он свой путь в Балаклаве рабочим после окончания школы. Ну, а затем начал еще крепче. И он дальше отдает свои силы, свое сердце, свою душу не только в творчестве, но и в министерстве, как сейчас это называется правильно, чрезвычайных ситуаций, пожарной.
Не однажды он тушил пожары, и я повторюсь, кто-то из вас слышал, я об этом говорю, не перестану об этом говорить, потому что это нужно видеть или понимать, когда он, оставляя своих подчиненных за своей спиной, шел в полосу огня лично. Когда тушили Аязьму, вы знаете, что такое огромное урочище Аязьма, не однажды. Когда он не просто рисковал жизнью, а были ситуации, никто не знал, выйдет он из огня или нет. И он продолжал служить, он продолжал писать песни. И сегодня я открою маленький секрет, чуть-чуть попозже, здесь, на этой сцене, исполнит песню офицер МЧС, я представлю его попозже. И я хочу сказать о том, что Сергей прекрасный семьянин. Сегодня семья практически в полном составе присутствует в зале, но всегда на каждом концерте рядом с ним, ну, естественно, в жизни, а вот на каждом концерте, несмотря ни на какие обстоятельства, всегда здесь его настоящий человек, настоящая его любовь, жена. Любаша, ей аплодисменты. Она медик прекрасный, заслуженный, не однажды награжденный медалями высокими. Если я начну перечислять, меня Сергей просто потом будет ругать, потому что я займу много времени. На самом деле, Люба такой же человек с таким же золотым сердцем, как и Сергей. Здесь сейчас вы видели на сцене младшего сына. У Сергея и у Любаши трое сыновей. Богатая очень семья на отношения, на любовь. И, конечно, эти отношения, те, кто с нами соприкасаются с этой семьей, с этими людьми, заряжаются таким, знаете, человеческой, наверное, энергетикой какой-то, очень положительной, всегда очень искрометной. И песни есть у Сергея такие же, очень много таких песен. И среди друзей его люди разных возрастов. И скажем так, и женщины, и мужчины, хотя я не люблю эти слова, но как-то дамы и господа не очень прозвучит. Поэтому я сейчас на сцену хочу пригласить еще одного друга, так назовем, потому что, ну, это правильно будет сказано, лауреата международных конкурсов эстрадной песни, очень талантливую, прелестную, молодую, юную женщину, маму двоих замечательных дочек. Я хочу сказать, что этот человек очень узнаваемый. Вы ее сейчас узнаете даже в лицо, потому что она солистка одного из ведущих коллективов Севастополя «Подворье». Алина Жукова, встречайте! Тогда нельзя, ты моя, ты летишь.
именинника. Поем все вместе! Ой, Сереженька! Белых лебедей, как белых лебедей.
тебе нужна. Невестой белой поет курган, она с мелодией несет снега и стаи серых воробьев. Они найти свой теплый гром, хотя он за окном сегодня снег идет, а за окном сегодня снег идет, и в Севастополь к нам зима. Yeah.
удовольствием большого друга, нашего именинника, нашего замечательного композитора, исполнителя Сергея Курочкина, начальника главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации по городу Севастополю, полковника внутренней службы Козлова Дмитрия Петровича. Всего личного состава главного управления МЧС России по городу Севастополя, от себя лично, рано еще скажу, пожелать, поздравляюсь, конечно, с юбилеем, пожелать вам здоровья, счастья, удачи. Вы уникальный человек. Вы 25 лет, чуть больше, отдали службе в МЧС. Все пожарные спасатели во всей России вас хорошо знают. Ваши песни вдохновляют на великие дела. Они проникают в самую душу. Спасибо. Вот это мечта, наверное, любого пожарного. Иметь именную таску с подписями пожарных спасателей. Спасибо, друзья. Я за жизнь благодарен судьбе. Пусть рубцуются старые раны. Благодарен тебе и тебе, и ребятам пожарной охраны. Службу с вами считаю за честь. Это чувство с годами окрепло. Вы железная, гордая смесь. Вы людей выносили из пекла, выходили в зловещий огонь. Вы вязались одною страховкой. Это ваша тянулась ладонь за ребенком на хрупкой штурмовке. Вам, мужчинам, пропавшим насквозь. Тем, в чьем сердце пожар, словно кровник. Тем, кто вместе всегда, а не врозь. Посвятил свою песню полковник. Минут пожаров, прокопченная насквозь душа зарубела, но черствой не стала. Витри огненного шалаша. И болит так же натужно, как у всех, лишь сильнее во сто крат. У полковника огненной службы в жизни из нашего пекла и ад. Но лейтенантские погоны словно реликвию храня. Помнит глаза людей, спасенных ваших пожарных, имена и словно пеплом по вискам боль разбросала серебро. Все в этой жизни пополам боль и добро. Черно красный и стрелит картины на пределе не ради наград. Тайные обольливой купины, чудотворный божественный взгляд. На пределе натянуты нервы, бьет по ней беспощадная плеть. Он на помощь прийти должен первый, за мгновение до смерти успеть. Но лейтенантские погоны словно реликвию броня. Помнят глаза людей спасенных, ваших пожарных имена. И будто небо по лесам жизнь разбросала серебро. Все в этой жизни пополам боль и добро. Расписаны будни и страстей, и эмоций накал. Кто
спешке просто не заметил, как балконящие звезды надели и стадия Курочкина, да? На самом деле это все верно. Почему? Потому что пока еще Севастополь был Украиной, уже на материке во всех учебных заведениях МЧС России под эту самую песню полковник, выпускники танцевали вальс на своем выпускном. Я тоже являюсь одним из выпускников такого вуза, и также я исполнял вальс под эту самую песню. И вернемся к стадии Курочкина. Спрашиваю у наших ветеранов МЧС, что такое стадия Курочкина. Они говорят, ну как, если мы еще не поем полковника, то значит праздник не удался. Если полковник звучит, то вот он праздник, вот он. Еще раз, спасибо вам, Сергей Михайлович, с юбилеем. Я от имени всех присутствующих в Стерновке, потому что я здесь не одна. Давайте я вас представлю. Это Валентина, моя сестренка, депутат Терновского муниципального округа. От имени всех присутствующих стерновцев здесь, с юбилеем, Сережа, у нас один за одним юбилеи идут, поэтому я думаю, это не последний юбилей. Но я что хочу сказать. Наша дружба – это вот как раз пример того, когда политические пристрастия, они у нас различные несколько, не мешают сохранить человеческие добрые отношения, сохранить дружбу. И я хочу сказать, Сережа, прости, если сделала тебе несколько больно, но я была честна, я была откровенна, и я хочу сказать, самое главное – политические пристрастия приходят и уходят, приоритеты меняются. Но что остается? Остается человечность, доброта и дружба. Всего тебе самого доброго. Валерий, я тебя люблю. Сергей Михайлович, я прошу вас не уходить со сцены, потому что для вас сейчас сюрприз. И для наших зрителей тоже. Дорогие друзья, я хочу сказать несколько слов. Сегодня звучат поздравления с юбилеем. Сегодня звучат добрые слова, как и всегда, в адрес Сергея Курочкина. И сейчас звучит песня, на которую я написала новые слова. Но, к сожалению, спеть ее не удастся, потому что слова сырые, я подарю их Сергею Михайловичу. Но хочу сказать, что за его душу, за его творчество, за его верность как друга, за его мужские качества как человека, как семьянина, за его талант, который он дарит просто так нам всем, за его верность отчизне, за его стойкость, за его нежное сердце,
Я думаю, что правильно написано в песне: за то, что ты вот так играл, но ты не играл, ты живешь, Сережа. Народ тебя короновал. И я прошу фонограмму погромче сейчас. Виват король, виват, виват король. Желания будут, пусть эти желания будут, пусть будут мечты на долгие годы вперед. Мы тебя очень любим, я тебя очень люблю. Спасибо, друзья. Вы знаете, вот сейчас вот вышла очаровательная, красивая, стройная женщина. Она вышла не одна. Это доченька нашей ведущей. Я поцеловал ее в животик и благословил, чтобы все было хорошо. А сейчас песня. Песня серьезная. Сколько их в измерении ином? Тех, что жизнь на алтарь положили. Сколько их, те, что спят вечным сном в неизвестной солдатской могиле. Сколько их, не пришедших с войны, не пришедших, хоть матери, ждали. Мы с тобой о них помнить должны, ведь за нас они жизни отдали. Не пришедшим с великих фронтов, неизвестным солдатам, героям, каждый низко склониться готов. Так уж русский мужик у нас с кроем. Распалилась душа на камине 9 мая. Соберусь да на горку пойду, если сердце велит. Где-то дед мой погибший в земле, а где точно не знаю. Он с великой войны в безымянной могиле лежит. Я сегодня уже в два раза стал тебя старше. Дети выросли, внуки тебе все дорогут года. Я не знал тебя, дед, для меня ты без вести пропавший. Больше не будет уже никогда. Водочку в стаканчике я накрою хлебушком, положу тюбачики для родного дедушки, подурю в стороночке. Да, вышла стала за него. Полочки, фото лишь остался. Ох, война, жестокий бред. Где ты, в какой могиле? Спи спокойно, милый дед. Ну вот и поговорили. Тебе сказать, ты ушел
ничего в своей жизни не видел. Ох, как много же в нашей земле неизвестных солдат. Ночью в стаканчике я накрою хлебушка. Много ран, надев горящие награды, по Красной площади парадом пройдет последний ветеран. Вы наше знамя боевое, вы наш форпост на все года. Клянемся честь беречь всегда вам, поколению героев. Свой оставил след, написав, дошли, они же Петров. Он, наверное, все-таки святой и заговоренный был когда-то. Пули обходили стороной скромного и веселого солдата. Thank you.
прощаться. Уже все участники концерта находятся на сцене. Я хочу от вашего имени поблагодарить всех участников концерта, кто сегодня приехал поздравить Сергея Курочкина с юбилеем. Все, кто старались создать для вас уютную и необыкновенную атмосферу, может быть, кто-то из вас их сплотнул, и мы постарались, чтобы у вас сохранилось настроение на долгое-долгое время. Я хочу от вашего имени поблагодарить и начальника этого прекрасного драматического театра за предоставленную возможность провести концерт в стенах этого замечательного здания, в этом прекрасном театре. От вашего имени я хочу поблагодарить и тех людей, которые остаются за кадром, которые готовили этот зал, те, которые обеспечивали сегодня и светоинженера, и инженеров по звуку, и инженеров по видео. Спасибо вам огромное. Это Александр, ваши аплодисменты. И аплодисменты участникам концерта. Спасибо огромное. Я хочу от вашего имени поблагодарить Сергея Михайловича Курочкина за его песни, за то, что он дает возможность исполнить их, за то, что есть возможность еще дальше развиваться и артистам, и актерам, и вокалистам развиваться, потому что песни Сергея Курочкина уникальны. Спасибо и вам огромное за ваши теплые аплодисменты. Будьте здоровы, будьте счастливы, будьте любимы вашими родными, будьте любимы жизнью, дорогие друзья. Спасибо огромное. До новых встреч. Спасибо, дорогие друзья. Низкий поклон. По-моему, концерт сегодня получился добрый, теплый, сердечный. Саша, а можно еще раз финал последнего ветерана, чтобы мы сейчас всем залом подхватили? Наша ведущая Анна Александровна Галина, заслуженная артистка Крыма. Анечка, есть ли какие-то концерты, которые ты совсем не было, наверное? Нет, я вот о чем хотела сказать. Вы понимаете, что все равно волнение, оно присутствует, волнуешься все время. И я говорила об этом Сергею Михайловичу, и, мы пытаемся, я его подвигаю к этому делу, он очень скромный человек, и, в общем, так скромничает. Я сказала, что в одном из концертов высказала свою точку зрения, что только за одну песню «Последний ветеран», не говоря о других песнях, Сергею Курочкину нужно, чтобы присвоили звание заслуженного артиста Российской Федерации. Потому что это процесс непростой. Дело в том, что вот юбилею хотелось бы, но мы чуть-чуть по срокам не успели, потому что там есть определенные каноны. И вот сейчас я пытаюсь этот вопрос двинуть с места, скажем так. Потому что Сергей Михайлович, он такой человек, он не будет этим заниматься, ему и некогда, и он очень скромен. У него для того, чтобы получить это звание, есть все. Абсолютно. У него звание заслуженный артист Крыма.
У него есть все? Нет, я просто хочу обратиться к Пупкину, как общественности, потому что нужно написать рекомендации. Я прошу общественные организации, кто сейчас представители присутствуют, пожалуйста, и мой телефон, если нужно, можно подойти прямо сейчас со мной, связаться, взять. Мы с вами увидимся, и я бы просила вашей помощи, потому что нужны только ваши рекомендации. Ну, а Министерство культуры и искусств Крыма, они сделают свое письмо, как это положено, на имя президента Российской Федерации. Вот такая история. Я забрал микрофон. Дорогие друзья, я хочу пожать руки людям, которые впервые, например, сегодня впервые на большую сцену вышел мой друг и брат Алексей Меркулов. Спасибо. Вот этот человек, который написал все аранжировки, их более 1600 или 700, Вячеслав Михайлович Демин, наш великолепный. Я горжусь, что я знаком с этим человеком. Спасибо большое. Алиночка Жукова, это вообще солнышко. Она начинала петь у меня во Дворце культуры, БДК, Балаклавский дворец культуры. Она была солисткой ансамбля «Гуляет душа». Алиночка, ты так поешь, так тревожишь душу. Спасибо тебе, если поклон. Павел Беснюк, это мой друг. Вы сами все слышали, когда он говорил, что когда он, оказывается, заканчивал училище пожарное, то уже пел мою песню «Полковник». Это было приятно. Но вот ему осталось всего лишь две звездочки на «Полковник», Павел задает расти. Ну и, конечно, коллектив, который, ну, великолепный. Это украшение концерта сегодня. «Маленький принц» и его руководитель Татьяна Турик. Где Танечка? Наверное, где-то за кулисами ждет свою детвору. Танечка, выйди, пожалуйста. Ну и наша группа поддержки «Комсомол» в Севастополе есть! Друзья, большое спасибо. На этом наш концерт окончен.